Либерал-демократы возмущены проблемами здравоохранения. Днем в понедельник они собрались в сквере Якова Горелина, чтобы высказать претензии к профильному департаменту. Главное требование – восстановить снабжение поликлиник прививками от полиомиелита. По закону государство обязано финансировать поставки препарата за счет бюджета. Однако с конца 2017 года, по словам протестующих, Минздрав не выделяет деньги на эти цели. В региональную приемную партию регулярно обращаются возмущенные граждане. Активисты понимают, что прямой вины департамента здравоохранения здесь нет. Однако хотят через него добиться справедливости от федеральных властей. Скорее всего, здесь проблема даже не самого департамента здравоохранения Ивановской области, а Министерства здравоохранения Российской Федерации. То есть так как проблема длится очень долго и до сих пор не решена, мы и вышли, чтобы обратить еще раз внимание на эту проблему, чтобы они в срочном порядке приняли меры по приобретению вакцины от полиомиелита и распределению ее по регионам, в том числе и в нашу Ивановскую область.